один из вариантов наработки вложения корпуса на примере короткого движения апперкота. Точно так же можно впоследствии нарабатывать боковой и остальные удары. Ключевое нас интересует — это взрыв с места и вставление корпуса, что мы не рукой делаем. То есть аналогично это вот я беру мяч и бросаю. Следующее, мы берем кильку и, соответственно, ей начинаем понадобиться помощь партнера, бросать не рукой, не за счет бицепса, а за счет находим взрыв преодоления тяжести, после чего переходим к следующему этапу на мешок. То есть удар у нас будет за счет вложения корпуса, так как руки ограничены. И после постановки переходим к тактике, то есть уже вариант работы на лапах. Циклом прорабатываем. То же самое можно будет ставить короткий боковой, после чего снимаем ленту и бросаем руки уже в свободном варианте. Главное, чтобы уже работа шла всем корпусом.